Приветствую, друзья, на связи Артур. В этом видео хочу поговорить о проекте Wise Deposit. Это проект, который работает с мая 2017 года и платит по сегодняшний день. В этом видео хочу раскрыть тему, сколько можно заработать за год, либо же за 5 лет в этом проекте. Посмотрим, какая окупаемость, какие есть бонусы, преимущества, плюшки в этом проекте. С этого я как раз таки хочу и начать. За простую регистрацию на данном ресурсе можно получить $10 абсолютно без вложений. Эти средства можно инвестировать и получать каждую неделю по $1 с этой инвестицией. И этот $1 можно без проблем выводить. За год получается $52 абсолютно без вложений за то, что вы здесь пройдете регистрацию и обязательно верификацию. Без этого, к сожалению, никак. Много халявщиков, много регистраций, поэтому есть верификация пользователей, чтобы отсечь недобросовестных ребят. Так что рекомендую не терять время, пройти регистрацию и начать здесь зарабатывать даже без вложений. Что касательно окупаемости. Давайте посмотрим на вот это вот число. 306 недель. Видим, проект исчисляется неделями, не днями, но нам несложно посчитать, сколько это дней. 2142 дня. Это 5 лет и 317 дней. То есть практически 6 лет работает данный проект. Теперь двигаемся дальше. Не так давно на проекте вышла вот такая статья. Называется «Акция весенний пром». И здесь есть расчет доходности данного проекта. Когда вы инвестируете $20 в этот проект, за год вы сможете вывести 104 тета. Видим, пассивный доход в год. За 5 лет можно заработать 520 тет. Согласитесь, очень даже весомо. Получается, это 400% дохода за год. Очень даже весомо. Далее, при вкладе 67 тет, это внутренняя как бы валюта, она равна $1. Так что не обращайте внимания. $67, за год 156. Это выходит около 150%. Весомо, двигаемся дальше. $134 вклад, за год 208. Это выходит около уже 50% профита и так далее. 220 вложили, 260 за год вывели. И дальше идет прибыль, бесконечно пока работает сам проект. Сколько же он может отработать? Мы можем посмотреть на вот такой вот проект, суперкопилка называется. Он, собственно, был запущен первый. И давайте посмотрим, сколько дней назад. 504 недели. Умножаем на 7, 3528 дней назад. Как видим, эта тема работает, такой маркетинг, а он здесь уникальный, я бы сказал, потому что в интернете не встречаются подобные проекты с подобной механикой инвестирования и приумножения средств. Вот, в принципе, вам ответ. 9 лет спокойно суперкопилка работает, здесь также акции, также там за регистрацию, но это тема уже другого видеоролика. Здесь мы видим 6 лет, все четко. И вот кто заходил там со старта, уже могли заработать вот такие вот средства. Лично я зашел в проект, когда ему было или 2, или 3 года, я точно не помню. Зайдя на мой YouTube канал, можно посмотреть в истории, там найти видеоролики, когда я заходил, инвестировал 800 с чем-то долларов. Можем перейти на блог, посмотреть, сколько я уже вывел. Вот 6890. Там были разные акции, плюс еще в этот вывод учитывается реферальное вознаграждение. Оно здесь достаточно жирное, 10% от суммы вклада партнера и 5% я возвращаю вам, тем ребятам, кто инвестирует по моей реферальной ссылке. Для получения этого бонуса нужно просто обратиться в Telegram, написать мне, и я вам переведу средства. Возвращаемся к окупаемости. Мы заметили такую тенденцию, что когда увеличивается сумма вклада, окупаемость замедляется. Вот такая механика здесь. И при вкладе, допустим, $1852, за год мы окупаем 728, за 5 лет 3600. Да, уже цифры не такие приятные, но имеем, что имеем. Так что инвестируйте на тот бюджет, который посчитайте нужным. Посмотрите на эти цифры, вот доходность в месяц, рассчитайте, подумайте, и такую сумму можно вложить. Мы вот видим такую графу, как размер подарка. $6, 16, 28, 43. Что это такое? Это не так давно ввели, а именно за регистрацию вам на счет будет зачислен промокод, который можно активировать при вкладе. Вот представлен пример, вот такой вот график мы выстраиваем, делаем инвестиции, и когда нажимаем создать депозит, будет писаться вот промокод, списывается и будет добавлена какая-то сумма к вашему вкладу. Какая именно, вот как раз таки в таблице и значится. То есть, простыми словами, бонус к вашему вкладу от проекта
Такое периодически происходит, разные акции и бонусы здесь выдаются. Вот, к примеру, здесь имеется акция, называется «Путь участника». Она сейчас также актуальна. Когда вы инвестируете $20, вы можете получить $10 также к себе на баланс. $200 вложили, 20 тет можете получить, $600 – 30. И когда инвестируете 1500, 40 тет вам поступает на счет. Чтобы найти вот эти все акции, переходим в раздел «От блок», кнопочка «Акции». И здесь все расписывается, все показывается. Также, когда мы заходим в личный кабинет, вот баннер данной акции, которую я разбирал. В сумме можно получить $100, инвестируя 1500. Для этого нужно будет написать техподдержку, что вы хотите получить бонус за ваш вклад. И также нужно указать псевдоним участника, который помог вам пройти этот этап. То есть мой псевдоним написать, вот он. Значится arturnovs.official. За это дело мне также еще какой-то бонус начислят. Вам подарок и мне. Что касательно вот этих промокодов, вот этих бонусов, размер подарка, у вас здесь будет писаться от промо-счет. Это как раз таки здесь пишется сумма доступна к прибавке вашего вклада. К примеру, там, когда вы инвестируете $100, там, плюс 20 добавляется к вашему вкладу. Вот примерно такая механика. Вот вам для примера суперкопилки. Видим, у меня 2032 на промо-счете. Нажимаем и показывается. Делаю вклад, списывается вот этот бонус. Итак, эти моменты разобрали. Теперь переходим к моей статистике, к моим вкладам. Видим, 11 тысяч инвестировано долларов. Ожидается выплат 12108. Напомню, что в этом проекте есть такая тема, как адаптация. И здесь каждый месяц проект проверяет, делали вы реинвест или нет. Потому что у него механика таким образом построена, что нужно каждый месяц делать реинвест. А только определенную часть от вашей прибыли, от ваших вот этих прокрученных денег мы можем забрать. Это все я описывал у себя на блоге. Кому интересно, перейдите arturnovs.com. И здесь я подробно расписал, как что устроено от начала и до конца. Поэтому изучите. Вот осталось 2 дня, мне нужно вложить ту сумму, которая находится в скобочках, $320.82, как раз таки вот на предоплате мы эти средства видим. Основной счет, это который мы непосредственно можем вывести, предоплата, которую инвестируем, и промо-счет, это бонус к нашему вкладу. Я думаю, с этим делом понятно. Итак, переходим в график выплат, все как всегда, здесь расширено 50 ячеек. Вот видим, у меня ровный график выплат, что и у вас должно также быть. У меня по $324 получаю каждую неделю. Итак, вот у меня на 38-ю неделю нужно выровнять график выплаты. Итого я 324 минус то, что у нас уже имеется. Мне нужно выплату сделать $205. Именно выплату. Ищем 38-ю неделю. Нажимаем создать депозит. Прописываем сумму выплаты. Вот спишется 184. Вверху пишем любое название, от карма 89% станет, изначально вот сейчас 74, будет 89. Нажимаем добавить средства, 184, сейчас спишется с баланса предоплата, вот осталось 136.05. Окей, вверху график должен появиться, выровняться 38 неделя, да, все четко. Теперь на 39 делаю вклад. Нажимаем создать депозит, сумма та, которая осталась. Вот видим, карма 99.99, пускай на 1 цент будет больше, и как раз таки выровняем депозит. Пишу там, когда выплата, это чисто такая формальность. И вот здесь видим такую вот приписочку. Внимание, выплаты по данному депозиту будут разделены. 136 как раз таки я пускаю на реинвест, а 14.96 с этого вклада я как раз таки могу вывести. Нажимаем добавить вклад, здесь он добавляется, и все четко. Вот каждый месяц проделываю вот такие вот операции и стараюсь там раз в месяц, раз в два месяца записывать видеоотчет и делиться с вами результатами. Стабильный проект, это не какая-то пустышка, однодневка и так далее. Много лет работает, много отзывов, изучайте, анализируйте. Если что-то непонятно, я вам обязательно подскажу. По выводу, да, от 41.73 нажимаем вывести, прописываем 41.73. Выплату я размещу у себя в телеграм-канале, здесь она обрабатывается в ручном режиме, как правило, приходит в тот же день, либо же на следующий. По выплатам могу показать вот предыдущие. Вот в феврале заказывал 33.51 воздепозит, вот в марте, 6 марта, $46.85, все приходит, все платится, проект без проблем выполняет свои обязательства уже много лет. И, собственно, я вам это продемонстрировал. Видим, у меня карма стало 100%, это как раз таки показатель того, что я выполнил свои реинвесты в этом месяце. И вот 2 дня 21 час остался, это время
приходит, система проверяет, если карма выше 100%, либо же равна 100%, соответственно, мы дальше идем в следующий месяц и получаем наши вот эти обещанные выплаты. И так по кругу, каждый месяц идем, двигаемся. И видим, схема работает, потому что в обычных проектах реинвесты там не вынуждают делать, из-за этого проекты схлопываются, потому что касса идет на разрыв, кто-то фиксируется, выходит, забирает все свои средства. А здесь я не могу забрать вот свои 11 тысяч никак, только каждый месяц по чуть-чуть. Вот если у меня 324, я получаю 4 выплаты в месяц, 1300 выплат. Вот я уже выводил в начале 46 и сейчас вывел 41, то есть $87 я уже вывел в этом месяце, а ему только вот 16 дней. Вот такие вот мои результаты, мы разобрались, сколько можно зарабатывать в год за 5 лет. Если вам подходит данный проект, присоединяйтесь, изучайте, здесь много материала, много обучающих видеороликов, статей, вот куча вкладочек, пробежитесь, посмотрите, блог почитайте, новости, там инструкции, есть что изучить, есть что разобраться. И оно стоит того, ведь это стабильные проекты, которые постоянно приносят профит. Таких в интернете очень мало, говорю вам по опыту, вечно проекты там запускаются, неделя, месяц, два скамятся. И так вот постоянно вот это, как белка в колесе, постоянно люди ищут, где быстро урвать. Конечно, все этого мы хотим, но без таких мастодонтов, как WiseDeposit, допустим, суперкопилка, не обойтись, потому что они постоянно приносят доход тут уже много лет. Надеюсь, я был вам полезен. Если да, поставьте палец вверх, подпишитесь на мой канал. Будем зарабатывать вместе, одной командой. Все ссылочки вы найдете в описании под видео. Телеграм настоятельно рекомендую. На этом все, до скорых встреч, пока.